Бога то пожалуй, она хочет бат, пока не гиша бат кодеш, глава 45 закона Муцы, я знаю, что не диурет, он не шмат кодеш, мы храм хайстер батамар, а леолог дестер, Яков бен Зево, Яков бен Рахел, Бехор бен Дехора, вегам, Нефнам бат Зево, бен Хора Хай бен Адина, וקבל בן שלום, להשחת המסר ורופאת... יעקב בן שואה, וגם להשחת המסר ורופאת המסר ורופאה שלמה. אלו ראש... טוביוס ואת הבת, תמור, וגם מתיאו בן רחל, חיים בן רוזו, חיים בן ג'לו ואת שרה, וגם מרים בת רחל, אלו חיים בן מרים, לאלנה בת שור השפרה, כל המסר בעזרת השם ורופאה שלמה, שיהיה שלום בעולם. מוקצה פסווה סושן סיטרציה. קציגוריה מוקצה, מוקצה פסווה סושנסטי. שתו את הזנת שתווה ספירו הלכה גבריתה. Все то, что не является инструментом или предметом и также не является пищей для человека или животного, например, камни, песок, отруби дерева, отрубки дерева и тому подобное, то есть предмет, который не годится для полезного и дозволенного использования в шаббат, является мукцей и запрещено его перемещать. То есть первая категория была у нас инструмент, который используется для запрещенных действий в шаббат, молоток, топор и так далее. Вторая категория была, это какой-то дорогостоящий предмет, как, например, ножик для бритмилы или фотокамера. То фотокамера, она сама по себе мукция, потому что она электрическая. Но, скажем, нож, он сам по себе нормальный нож, но так как он дорого стоит и человек к нему бережно относится, он тоже называет, это вторая категория мукце. И третье, это то, что мукце само по себе, песок, камни, то, что я не могу на шаббат использовать, ни съесть, ни сам, ни животным не могу дать, это мукце, и это переносить нельзя. 22-я алаха. Запрещается перемещать кости, скорлупу от яиц или орехов, так как они не пригодны в пищу животным. Но если на костях осталось немного мяса, то разрешается их перемещать. Чем съедобно? Есть опасность, чтобы было мукция, чем съедобно? Да, кости. Человек съел мясо. Человек съел... Теперь, если даже это съедобное для животных, уже это не мукция. Поэтому человек должен знать, например, мы едим черешню. Косточки черешни можно съесть? Нет, поэтому немного мякоти нужно оставить на черешне в шаббат, чтобы можно было эту косточку переносить. То же самое с костями от животных. Кости непригодны для пищи, даже для животных, поэтому немного мяса на них нужно оставить. А скорлупу от яйца? Скорлупа тоже проблема, поэтому, но если... Можно оставить ее? Нельзя, скорлупа от яйца, она становится мукцей. Пока яйцо в моей руке, я могу эту скорлупу собрать в руку, во что угодно и отнести и бросить туда, куда я хочу. Только не в тарелку пустую. В тарелку пустую нельзя, потому что то это будет следующая категория, тогда я тарелку делаю мукце тоже. Или нужно, чтобы что-то съедобное было в тарелке. То пойдем по порядку. Дальше. 23-я алаха. Кости, имеющие костный мозг, не являются мукце. То есть круглые кости, большие кости, не являются мукце, так как некоторые употребляют его в пищу. Даже если они целые и костного мозга из них не видно, все равно эти кости не являются мукцей. 24 алаха. Как убрать со стола кости или скорлупу, которые являются мукцей? Так как непригодны в пищу даже животным. Правильно, скорлупу никто не ест. Или у нас есть грецкие орехи, фисташки. Вся их скорлупа, она не съедобна ни для людей, ни для животных. И она является мукцей. Если на скатерти остались кусочки хлеба, то разрешается собрать скатерть с четырех сторон, перенести ее к мусору и там отряхнуть, сбрасывая заодно кости и скорлупу. То есть это, как мы сказали, в тарелке у меня есть кусочек огурца, и там я собрал скорлупу. То же самое, на скатерти у меня есть крошки хлеба. Я убираю со стола крошки хлеба. Попутно с этой скатертью я убираю скорлупу, с этими крошками хлеба, я убираю эту скорлупу тоже. Также разрешается убирать кости или скорлупу со стола, толкая их ножом в тарелку для сбора отходов со стола, если есть необходимость в использовании стола. Еще одно правило, то есть выходит отсюда, что переносить мукцей я не имею права руками напрямую.
Но если у меня на столе осталась эта скорлупа, и мне этот стол нужен, я сейчас хочу все убрать со стола, принести сюда фрукты, овощи или еще что-то, или открыть книгу, говорить Деврей Тора, тогда ножом я могу подвинуть эту скорлупу и убрать ее со стола. А если стол смотрится неаккуратным и неубранным, то разрешается их убрать со стола даже руками. То есть человеку неприятно, там слишком много чего собралось несъедобного, тогда можно убрать даже руками. 25 Аллаха. Кости и скорлупу, непригодные в пищу животным, лучше складывать в отдельную тарелку на столе, предварительно положив в нее кусочек хлеба, чтобы в конце трапезы можно было убрать тарелку со стола и освободить ее содержимое. Это лучше всего. Человек решил чистить яйца, берет пустую тарелку, ложит туда кусочек хлеба или огурца, или еще чего-то съедобного, собирает туда скорлупу и все остальное, потом, когда хочет убрать со стола, берет эту тарелку с этим хлебом, держит этот хлеб с тарелкой вместе и переворачивает все, скорлупа и все остальное уходит в мусор, а этот хлеб остается на этой тарелке. 26 лаха. Кости и кожуру, пригодную в пищу животным, а также крошки хлеба разрешается убрать со стола даже руками, то есть кости, которые собака еще будет грызть. Кожурки от арбуза, от дыни, которые кушают животные. Даже у нас этих животных сегодня нету. Но так как они пригодны для их поедания, можно убрать со стола. Крошки. Там, где употребляют косточки от фиников в пищу животным, их разрешается перемещать руками. Но все же важно человеку лучше их убрать со стола, как указано в законе 25-м. То есть складывать их в отдельную тарелку. Кости, почки, которые... Там проблема их. Вот эти ошпочи, которые мы кушаем, нога животных, это их убирать будет проблема. Нужно их складывать в тарелку, где есть что-то съедобное. Поэтому это кости, они большие, но там уже костного мозга нету. Правильно? Они уже пустые остаются внутри. Да. И они несъедобные ни для собак, ни для людей. Да, я вот покушал, что я должен сделать? Поставить что-то съедобное или могу? Да, нет, поставить можно, съедобное да. Что-то, да. Как скорлупа от яиц это кость. То же самое, окей. Кто его будет дальше кушать? 27 Аллаха. Все пищевые продукты, которые перед употреблением необходимо сварить или испечь, например, мука, свежий картофель, сырая рыба и тому подобное, является мукце, и запрещено их перемещать. То есть все, что я не могу съесть вживую, даже это растительное, картошка, например, картошка является мукце на шаббат, не вареная картошка. Мука и так далее. А как насчет мяса? Ну, это третий аллаха. Мясо есть люди, которые едят свежим. Поэтому мясо не мукцы. Сегодня? Да. Шаббат не мукцы. 28 аллаха. Сырое говяжье мясо является мукцы. Но в крайнем случае, когда забыли положить его в холодильник, то разрешается его переместить туда, чтобы не испортилось в случае необходимости. Это относится и к курятине. То есть, Элиезер, сегодня мясо живое никто не кушает, поэтому он говорит, что говяжье мясо и куриное мясо свежее является мукцей. Но если забыли положить в холодильник, можно его положить, чтобы это мясо не испортилось. А если испортился холодильник, то разрешается перенести все продукты, в том числе и сырое замороженное мясо, в другой холодильник. Но запрещается поправлять температуру холодильника, поворачивая винт термостата. И картошку тоже? Но картошка не испортится. Если мясо... на холодильник. Что? Почему картошка в холодильнике? Картошка же не... Мясо и без холодильника испортится. Картошка не испортится, поэтому ее переносить будет нельзя. 29 аллаха. Разрешается перемещать соленую рыбу, а свежая, не вареная и не соленая рыба является мукцей. Еще раз, рыба тоже свежая, мукцы. Но в случае, когда холодильник прекратил работать в шаббат и большое количество рыбы может испортиться, то разрешается переместить ее в другой холодильник. То есть человек взял, купил замороженную рыбу и оставил ее, то чтобы не испортилось, можно ее перенести. Соленая рыба, она не мукцы, потому что есть люди, которые едят просто соленую рыбу уже, она готовая. Салмон сырой тоже. Салмон сырой кушают? Суши, да? А, суши.
все виды лекарств, которые запрещено принимать здоровому человеку, являются мукце в шаббат. Но если есть опасность, что эти лекарства могут попасть в руки детей, что приведет к нехорошим последствиям, то разрешается убрать их необычным образом в укромное место. То есть, да, есть, поэтому человек должен быть внимательный. Иногда дети берут таблетки и думают, что это конфетки. И некоторые таблетки сделаны как конфетки. Есть, то мы будем проходить, без радости, что можно, что нельзя. Но обычно, как мы с вами говорили, есть запрет мудрецов использовать лекарства в шаббат. Раньше лекарство делалось из травы, поэтому опасались мудрецы, что человек, когда ему не хватит лекарств или нужно будет еще, возьмет эти травы и размельчит их, и этим нарушит шаббат. Поэтому человек, который принимает, мы будем говорить, человек, который у него хроническое заболевание, он должен, не только ему можно, обязан продолжать принимать свои лекарства в шаббат. А лекарства, которые обычно употребляются даже здоровыми, аспирин, талинол и тому подобное, не являются мукце. Аспирин, да? Лекарства, необходимые для больного, также не являются мукце. Что? Больной человек. Человек, который болеет. Бебиаспирин принимаем каждый день. То это не мукце. Он говорит, все виды лекарств, которые запрещено принимать здоровому человеку. Здоровый человек их не принимает. Но человек, который болеет, это и лекарство для него. Но там нельзя принимать, это только не мукце. Но все равно обычный теперь талинол и аспирин принимают здоровые люди тоже. Поэтому это эти лекарства не мукце, можно их убрать обычным способом. Те лекарства, которые специально для больного, хронически больного, тогда эти лекарства нужно убрать необычным способом, а подальше. Не употреблять, правильно? Не употреблять. Пока мы не говорим. Мы сейчас говорим про мукце, потом мы, израдышем, мы зайдем с вами до законов рифуа бе шаббат, излечения в шаббат. То, израдышем, продолжим в следующем занятии. Баруха Дунай ля Олам. Амин ве амин.